Служба скорой помощи начала использовать экспресс-тесты на коронавирус 7 сентября. Это позволяет врачам ставить диагноз прямо на дому. Однако некоторые предприимчивые жители Гагаузии пользуются данной возможностью, чтобы пройти анализ на выезд или для участия в различных мероприятиях. Врачи неотложек Гагаузии получили 360 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Соответственно, по каждой подстанции, Камрадская подстанция получила 160 тестов, и Чедорунская 140, и Вулканецкая подстанция, соответственно, 60 тестов. Когда мы проводим этот тест? То есть дебют заболевания, сначала заболевания до 7 суток, то есть 7-я сутка тоже включается свыше, мы уже не проводим эти обследования. И высокая температура, клинические проявления, которые проявляются при COVID-19. Только тогда мы проводим эти экспресс-тесты. Время проведения теста около 15 минут. Экспресс-тест мы уже прошли, нас всех собрали, заведующая подстанция объяснила, как делать, как правильно производить. Мы уже делали его на дому, делаем там, где есть необходимость, где пациент только заболел. Да, бывают и положительные случаи. Жители Гагаузии обрадовались, что теперь, если они почувствуют себя плохо, им не надо ходить в поликлинику и стоять в очередях. С одной стороны, это как бы хорошо, потому что они стоят здесь толпой, и дабы, может быть, кто-то из них заражен и заразится тоже. Я привита, но я, тем не менее, соблюдаю маску, дезинфицирую и все такое. Есть эта болезнь, я верю, что она есть. Я всегда в маске хожу, руки обмываю всегда. Однако в Гагаузии нашлись предприимчивые граждане, которые решили использовать эту возможность для решения личных проблем. Возникло ошибочное понятие о том, что скорая помощь может приехать, сделать им экспресс-тест, выдать им какой-то документ в связи с выездом на границу, в связи с посещением каких-либо торжественных мероприятий, свадеб. Скорая помощь не выезжает для проведения таких каких-либо мероприятий. Поэтому я призываю всех граждан, которые сегодня есть, вызывать бригаду скорой медицинской помощи только при необходимости, только при появлении первых признаков. Это высокая температура, кашель. И в таком случае бригада скорой помощи приедет и выполнит вам экспресс-тест на дому. Пока службе скорой помощи выделили 9 тысяч экспресс-тестов, которых должно хватить до середины октября.